Всем привет! Пришел июнь месяц. Желаю всем хорошего лета. Ну а также июнь месяц – это значит, что мы подводим итоги наших совместных проектов. А точнее, это пятый отчет по совместному проекту «Богатство и благополучие». Я приглашаю вас к просмотру. Надеюсь, вы хорошо проведете время, а также вдохновитесь итогами, стартами и отчетами. Ну что, поехали! Ангелина Орлова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно» к дальним берегам. И пишет Ангелина, что что-то я подзависла на втором фрагменте. Наверное, потому что более часто смена нитки идет. Думала, что данный фрагмент осилю за 2 месяца. Но теперь 2 месяца позади, а я только подобралась к середине фрагмента. Даже интересно, сколько времени займет отшив второго фрагмента. Ну, как мы видим, здесь отшивается парус корабля. Возможно, такой сложный участок, но самое главное, что у Ангелины уже луна вышита, она вышивается светящимися ниточками в темноте, путь к кораблю освещен, поэтому работа будет отшита. Ждем, конечно же, новых отчетов. Марина Филиппова, во-первых, представляет нам полностью готовую завершенную работу фирмы РТО. Это украинская хатка, замечательный украинский пейзаж. Работа завершена, выполнен бэкстич, постирана, поглажена и предстает перед нами во всей красоте. А также Марина заявила в нашем совместном проекте вторую работу фирмы Panna, оригинальный набор VS-485. Здесь используется 37 цветов, вышивается на ID 14 аккаунта, размер работы 25 на 37 сантиметров. Пишет нам Марина, что май на удивление был плодотворным, помимо 2 финишей продолжила вышивать и этот дизайн. И вот такой вот результат получился. Пишет нам, что начала с самого скучного угла, ждет снеговичка, лучше снег, чем проливные дожди. Вот такая вот интересная история получается у Марины. Отличные результаты. Ну и, конечно же, желаем шустрой иголочки. Татьяна Муратова вышивает оберег богатства и вышиты полностью все крестики. Осталось только победить бэкстич. Уже осталось совсем чуть-чуть, и вот такая красавица с полными ведерками счастья и богатства будет присутствовать в доме у Татьяны. Ирина Серегина вышивает в нашем совместном проекте 2 работы. Во-первых, это 50 советских рублей, разработка, авторская схема разработана Ольгой Евдокимовой. Вышивается эта денежка на равномерной основе. Посмотрите, как хорошо все проработано, получается все очень-очень реалистично. И посмотрите, какая изнанка аккуратная. Ирина очень быстро и аккуратно вышивает. Ну а также второй процесс Ирины – это тоже схема авторская Надежды Антоновой из сада «Вышивая Ру». Вот такой золотой карп. И здесь тоже отличные продвижения. Вышилась часть, нижняя часть работы, часть карпа. И скоро мы уже увидим этого золотого карпика. Кстати, если вы присмотритесь, у карпа чешуйки – это золотые монетки. Вот такой волшебный карп должен получиться. Елена Канева представляет нам завершенную работу. Это сэмплер, би-сэмплер от Lilias Studio. Вот такой летний, вкусный, интересный, сладкий сэмплер получился. Пчелки, мед, цветочки. Все очень в тему, очень интересно. Вышивалась работа на равномерной основе. Все отчеты и фотографии подробно вы можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Юлия Переплетчикова вышивает оригинальный набор фирмы РТО «Коронованные плоды» и пишет нам:
подросли мои гранаты. Ни наличие блендов 9 штук, ни частая смена нити абсолютно не доставляют никаких неудобств. Схема разработана просто чудесно, все логично и понятно. Процесс – сплошное удовольствие. Ну а мы какое удовольствие получаем от любования на эту красоту, причем фотографии такие хорошие. Огромное спасибо за такой красивый процесс. Илона, ее канал на YouTube «Хвостатики», оказалась у нас красной вышивальщицей. У нее очень быстро вышиваются работы, раз и все готово. И сегодня она представляет Илона, полностью завершенную работу. Это классик дизайн, номер набора 4353, называется «Маяк». Дизайн Dimensions, но сборка фирмы Classic Design. В наборе здесь у нас 14 аида белого цвета и 30 цветов ниточек мулине ДМС. Вот такая красота получилась. Очень все замечательно. Подробнее вы можете ознакомиться о данном процессе на канале у Илоны. Ссылочка в инфобоксе. Лариса Киселева вышивает оригинальный набор фирмы Панна, оберег домашнего очага. Очень известный и всеми любимый дизайн. Есть небольшие продвижения, работа идет хорошо. Ну и, конечно же, желаем шустрой иголочки, ждем новых отчетов. Елизавета Хлюстова отчитывается по авторской схеме Натальи Черепановой «Аквариум», разработанной по рисунку Алексея Долотова. Размер работы будет 300 на 225 крестиков, вышивается на основе Белфа с 32-го каунта. Размер готовой работы примерно 48 на 36 сантиметров. Используются 52 цвета плюс 6 блендов, ниточки СХС. Это очень интересная оригинальная работа. И смотрится вся композиция в целом очень-очень гармонично и интересно. Но когда начинаешь рассматривать детали, всегда можно найти что-то новое. И вот в этом отчете я для себя нашла новых мышек, которые здесь прячутся буквально везде. Это такая, знаете, вышивка, картина, которая помогает развивать нам наше внимание, наверное. Здесь их столько много, и они прячутся в самых непривычных и интересных местах. Ну, в общем, мы полюбовались на этот участок отшитый. Конечно же, ждем продолжения. Ирина Соколовская вышивает набор фирмы «Золотой Рено» и «Паруса». Размер работы 38 на 26 сантиметров. Конечно же, ниточки «Мадера». Пишет нам Ирина. Решила переделать свой корабль. Не понравилось то, как получается при вышивке полукрестом в две ниточки. Теперь вышиваю крестом в одну нить. Пока все нравится. Ну и процесс видно, что сдвинулся. И, конечно же, мы ждем следующих отчетов. Наталья Ступак вышивает набор фирмы Custom Crafts «Подсолнухи». Размер работы 27 на 39 сантиметров. Число стежков 154 на 216. Вышивается на иде 14 каунта. Количество цветов 26. И пишет нам Наталья. Вот и появился третий угол вышивки. Пусть медленно, но упорно продвигаюсь к финишу. Сюжет получается интересным. Вышивается также легко и просто, как и все отшитые листы. Ну, как вы понимаете, когда появляется третий угол, это уже такой звоночек, что скоро-скоро финиш. Работа очень яркая, интересная. Я с удовольствием слежу за ее продвижением. Но если вам интересно, переходите в группу ВКонтакте, рассматривайте фотографии поподробнее. Выходит на финишную прямую также у нас и Элиза Левиева. Вышивает оригинальный наборчик фирмы РТО. Прекрасный кораблик на закате. И осталось вышить уже совсем-совсем чуть-чуть. Работа получается очень-очень настроенческая. Ирина Силаева отчитывается, во-первых, по наборчику фирмы Joy Sunday. Это романтический Париж. Здесь очень хорошее продвижение, несмотря на то, что начало вышивки идет в серых оттенках, вышивается мостовая и, казалось бы, скучный участок, но тем не менее очень хорошо он идет. Ну и второй дизайн Ирины — это авторская схема из Инстаграма. Здесь у нас используется 10 цветов ниточек ДМС плюс
4 бленда, крест, полукрест и также бэкстич. Размер работы 130 на 230 стежков. Такая немаленькая работа, интересный корабль, и он тоже хорошо продвигается. Виктория Румянцева вышивает набор фирмы Риоли «Сотвори сама», номер 1569. Здесь у нас канва Цвайгард 10 каунта, ниточки шерсть акрил, 28 цветов, и вышивается работа в 3 ниточки. В прошлом месяце Виктория нам заявила, этот набор с нуля был начат, и мы видим, что в этом месяце есть хорошее продвижение. Ну, что сказать, хорошее продвижение? Практически готовая работа. Вот когда работа по душе, как быстро все вышивается. И действительно, пейзаж очень красивый, душевный. Поздравляем с таким хорошим результатом. Ну, конечно же, ждем финиша. И мои успехи. Ну, во-первых, я все-таки отложила пока работу в поисках золота 2 из сайта Вышивай.ру. Для меня пока сложновато идет эта схема. Ну и чтобы не оставаться без богатства и благополучия, в проект входит сразу две работы. Возможно, скоро будет еще несколько работ. Ну, во-первых, это Design Dimensions, но сборка от фирмы Клубок Желаний, чаша с магнолией. Эта работа давно у меня была запланирована, она мне очень-очень нравится. И буквально за пару вечерков у меня вышелся достаточно большой фрагмент. Вышивается легко, интересно. Мне очень-очень нравится сочетание цветов ниточек с этой основой. Основа здесь 14 каунта, цвет такой кофе с молоком. Ниточек в наборе немного, работа вышивается как крестом в две ниточки, так есть и полукрест в две ниточки и в одну ниточку. Очень много будет полукреста, много будет фона, но ничего, я думаю, справлюсь. Бэкстич здесь легкий, он очень интересный, мне нравится. И вторая работа, которая добавляется в данный совместный проект, это набор фирмы Чаривна Мыть. Давно-давно я купила эту работу и все никак не могла ее взять в работу. И вот решилась, заменила здесь Аиду 14 каунта на равномерку соответствующего каунта. Что за равномерка, не знаю, была у меня в запасах. Хорошая ткань, но без определения производителя. Ниточки в наборе ПНК, их немного, около 27 цветов, и также используются два вида бисера. В этой работе мне нравится, помимо сюжета, я люблю такие украинские пейзажи, хатки. Также мне нравится форма этого дизайна необычная. И, конечно же, ажурная рамочка, вот этот бордюр, который украшается также бисером. Работа немножечко всего у меня вышита, но я надеюсь, что в следующем отчете я вам покажу уже хорошее продвижение. Вот такие вот у меня новости. Хочу поблагодарить всех участниц за отчеты, за фотографии, пожелать вам хороших успехов в этом месяце, ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока-пока!